Для ставропольчан начал работу Центр защиты прав граждан. Сегодня его презентовали организаторы регионального отделения партии «Справедливая Россия». Подобные центры работают уже в 76 городах по всей стране и пользуются популярностью. Там оказывают бесплатные юридические услуги. Сферы самые разные. Например, имущественные споры или вопросы ЖКХ. Правовой центр на улице Ленина в Ставрополе работает с начала июня. За это время его посетили более 60 человек. Совершенно бесплатная юридическая помощь, которая будет осуществляться даже после выборов 18 сентября. Они открыты в 76 регионах Российской Федерации. Наконец-таки этот центр защиты приехал к нам в город Ставрополь. Здесь не центр правовой поддержки, да, когда человек приходит с кучей бумаг, потом эти бумаги смотришь, оказывается, он прошел все инстанции и так далее. Нет, здесь вот идеология этого центра, то есть давать людям не рыбу, а удочку, здесь сильный набор методик, отработанных по всей стране.